Это была песня Женьки Злудина, написанная в 86 году, и, на мой взгляд, остающаяся актуальной по сей день. Вот как это ни странно, но это факт. Вот посмотрите вокруг, увидите вот эту самую картину. Она называется «Россия во мгле». Разговор о спасении дальше себя не заходит. Ускорение отняло право присесть на минутку. Кто-то все еще брызжа слюной говорит о погоде. Дети ищут капусте себя, а находят ублюдков. Лунный серп загнулся другой, как рабыня. Лоток лунный молот обрушился сверху кометой галлея. Покосившийся замок Кощей перестроил паной, а Иваны и царевичи спят, ни о чем не жалея. Гладит землю сквозь штабы униженных тел, выбирая, кому свое имя вручить как награду. Комсомолец при стартовой позе говорит: сделай так, чтобы я захотел. А Россия дорожит и не знает, чего ему надо. На вторжение всем наплевать, только запертые входы. Вместо писем и книг опекун раздает нагоняй. Серый братьев тревожит уже легкий запах свободы. Пусть бросят нас, они, но от нас заверстуя и воняет. Голова от измученных мыслей гудит, как шальная, иссеченной спине не дает обоспаться. Скопейка, раньше хоть распинали, теперь уже просто пинают, верю, Господи, ты не допустишь четвертого рейха. Дипломаты привозят булочки. Зеркала. И как бабу свою 3 часа представляют знакомым. Вы старательно бреют подмышки. Виноградники косят, чтоб меньше пила. А Россия хрипит, подавившись своим пылким брумом. Я читал документы родительского комитета. Неужели мы сможем развиться по этой программе? Кто-то задал народу вопрос и не слышит ответа. Дети, как ваши дети смогут строить аборт вашей маме? Все ништяк, только дети пьют чай и кричат, что не сладко. Все нормально, но дед за стеной подыхает. От астмы бога нет, только школьники крест зашивают подкладку. Мы рождаемся чем-то не тем, ну а так все прекрасно. Между нами и теми экранами носит воду дружбаном родной профсоюз, выбиваясь какие-то там нервные рабочие недели. Я согласен, лещите по ранам, раны стали мозолями. Я не боюсь, на Россия плечами раздавлена в винном отделе. Из всего лексикона наук знаем только в натуре, как молитва звучит наш девиз. И не то насилие, еле слезет вот только не в рот, притворяясь культурой. Чем же думали мы, называя
жил епитимию, а Господь отбил разум, заставив всем этим гордиться. Если птица способна ползти, позабыв свое имя, то возрадуйся, рысь, ты воистину вольная птица. Фашисты в конец запутались, убивая всех тех, кто хоть чуть не в говне, продувая народу башку, чтобы ее опорожнить. И хозяева жизни вздыхают и дрожат от желания близости с ней. А Россия дрожит от желания дать им оружие.